Те, для кого автомобиль не роскошь, а необходимость, дождались радостного дня. В среду сотрудники Ивановского отделения фонда социального страхования передали 3 новые машины людям с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшим на производстве. За последние 5 лет фонда было жителям Ивановской области выдано 35 автомобилей. В этом году мы планируем выдать 5 еще автомобилей. Вот 3 сейчас вручаем пострадавшим, ну и до конца года еще 2 придут в нашу область. Поэтому это регулярное, плановое исполнение своих обязательств государства перед своими гражданами. Обеспечение транспортом входит в перечень реабилитационных мероприятий для работников, получивших в процессе труда тяжелые производственные травмы и, как следствие, инвалидность. Новенькие «Лады Гранты» специально доработаны для удобства своих владельцев. Каждая машина оборудована адаптивным устройством, позволяющим управлять ей без использования ножных педалей, только при помощи рук. Счастливые обладатели признаются, машина для людей с инвалидностью – возможность жить полной жизнью. Любая поддержка очень важна, особенно для человека с ограниченными возможностями. И в этом случае вот именно такого рода поддержка – это очень хорошая, как говорится, помощь человеку. В том плане, что он уже становится более подвижным, интенсивным. И, в принципе, может уже чувствовать себя наравне с другими людьми. Граждане, пострадавшие на производстве, получают не только автомобиль, но и ежегодную компенсацию на его техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, каждые 5 лет предусмотрена замена машины на новую. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.